Первый этап конкурса – устное тестирование на знание основ работы стригаля и владение инструментом. По его результатам допуск ко второму туру получили лишь 8 конкурсантов из 17. Строгость судей объясняется просто. При неправильной стрижке животное легко порезать, причем сильно, а это недопустимо. Перед официальным началом соревнований мастер-класс для всех участников провел Рамазан Салпагаров, стригаль с 25-летним стажем. Отточенными действиями мастер меньше, чем за минуту идеально остриг овцу. Подглядев нюансы его работы, участники уже сами приступили к практике. По правилам конкурса, каждый стригаль должен был подстричь 3 овцы. Первая пробная, чтобы привыкнуть к инструменту, а 2 остальных на время. Зачет шел лучший результат. Всю работу судьи оценивали по нескольким критериям. Идем на время. В течение 3 минут заостренную овцу без порезов, без перестрига, стригаль получает 40. Если просрочил это время, то получает 30. Если уложился во время и есть перестриг и порез, получает опять-таки 30. Все финалисты конкурса стригали со стажем. Так как этой профессии нигде официально не обучают, необходимые навыки они получили в основном от родственников или друзей. Рустама Гачияева стричь овец научил отец. Учился дома, это родители, у нас есть ферма, с родителями учился, отец учил меня. С тех пор умею, как решил попробовать, что смогу. Вот постриг, посмотрим, какое место получим. Овцеводство в нашей республике всегда было в почете, а в Советском Союзе стригали из Карачаева-Черкесии являлись своего рода эталоном мастерства. Востребованы люди этой профессии и сейчас. У нас очень серьезно было развито, я могу с уверенностью сказать, что и сегодня развито это дело. Работа стригаля очень тяжелая, очень почетная, но очень емкая такая, объемная. И сегодня по всей стране ездят наши бригады. Они стригут ну просто сотни тысяч овец по всей стране. А стричь овцу далеко не так просто, как может показаться. Любая ошибка может привести к ране на теле животного. К тому же карачаевская порода обладает грубой шерстью, что требует от стригаля дополнительных усилий. Очередной участник закончил соревнования. Время 56 секунд. И это просто фантастический результат, учитывая, что мировой рекорд в этой дисциплине, правда, в стрижке танкорунной овцы принадлежит ирландцу Айверу Скотту, который в 2016 году состриг овцу за 39 секунд. Неудивительно, что этот конкурсант и стал победителем соревнований. Зовут его Руслан Токов, он будущий ветеринар. А стричь животных его тоже научил отец. Научился стричь, ну, дома, у себя, в подсобном хозяйстве. Отец мой научил меня стричь. И вот уже довольно-таки лет 11-12 я владею этим опытом в стрижке овец. Ежегодно стригу, ну, как минимум, голов 1000. Да, каждый год. Второе место в конкурсе занял Ислам Кипкеев. Третьим стал Рустам Гачияев. Каждый финалист, помимо диплома, получил и денежный приз. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24.